Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, прекрасный день. Это видно по Павлу. Покажите личико, Гюльчатай. Павлючатай, покажите личико. Вкусненько? Ай? А у тебя есть сахар? Да. Нет, мне не сладкий. Вертолет! Сегодня вертолеты, да. Сегодня мы на Волге. Я, как всегда, без стабилизатора, под канаткой, около парома, куда приходит Валдай. Прекрасная погода. Крайние недели перед учебным годом. Канатка. Ну, тут ее плохо видно, наверное, сейчас. Волга. Водные мотоциклы. В общем, так вот мы решили. Пашуль, а ты салфеткой не пробовал пользоваться? Кстати. Этот вертолет на стадион. Да? Ну, что-то контролирует. Так, сейчас. Вот вам поближе, пожалуйста, канатная дорога со стороны. Я вам все ее показываю с кабинки. Волгу. А теперь канатка со стороны. В общем, замечательная погода сегодня, замечательный день. Замечательный вид на Нижний Новгород. И просто выходной. И замечательный пикничок на нашем кафе на капоте. У нас здесь шаурмишка веганская. Ай, баба вляпалась в соус. Ты какую ешь шаурму? Вегетарианскую. Вегетарианскую? В общем, там в ней шампиньоны, картошечка жареная. Знаю. Подержи, вот такой кофеечек. В общем, у нас перекус в кафешке на капоте. А вот и красавец Валдай подплывает. Хотели прокатиться? Павлу прокатить. Но билетов уже нет. Попробуем. Ой, извиняюсь, я жую немножко. Шаурмишку веганскую. Вот он, красавец Валдай. Хотим прокатить Павла, конечно. Не знаю, что из этого получится. День хороший. Билеты все проданы. Павел даже решил испробовать водичку. Да, Павел? У нас здесь... Паш, у нас здесь волны, как на море. Тепло. Да, Пашуль? Вот еще есть возможность побродить по воде. Ну и как тебе водичка? Павел? Вот Валдай. На этот Валдай мы не попадаем. Билетов нет. Попытаемся на следующий. Ой, реально у нас здесь красота какая. Как на море. Да, Павлов? Жара прям. Жара-жарень на улице. Вообще. Летний день. Ну, ты это, мальчик. Мальчик Павел. Вы вроде как ножки хотели помочить. Смотрю, уже в заплыв пошли. Вот переходи далеко. Практически. Павел, давай-давай, возвращайся. Вон уже мама из машины выходит. Павел! Назад! Солнышко. Волны как на море. Гуляем. Все-таки билеты на Валдай мы взяли. Но у нас еще 45 минут целых. Где канатка-то? Что-то я ее не наблюдаю. Далеко, что ли? Опору вижу. Кабинки нет. Гуляем. Яхтами любуемся.
Мои идут по берегу. А я за ними. Все, мне уже пора к постригуне. Паша у нас зовет не парикмахер, а постригуне. Надо будет на следующей неделе сходить. А еще мы с Екатериной в четверг идем в одно место. На спектакль. Приезжают к нам сюда московские актеры. Вот пойдем. Господи, как хорошо-то, а? Красота-то как. Ты где кабинки-то? Я, может, слепая, я вообще ни одной кабинки не вижу. Еще чуть-чуть, по 40 минут. Солнышко. Ну, они маленькие такие точечки. Солнце просто светит в глаза, и я ничего не вижу. Красота. Как хорошо, а? Какой же у нас все-таки красивый город. Нижний Новгород. Пишите в комментах, согласны вы со мной или нет. Такой прекрасный день. Очень много народа отдыхает на воде. Вот стоят машины с прицепами для лодок. Вода у нас, ну как бы, Волга рядом, Ока рядом. Народ любит. В общем-то, у многих яхты, катера, гуляем. Мои уже убежали, пока я тут снимаю. Вон, все сейчас подплывают, ой, подъезжают для того, чтобы загрузить свои плавсредства. Полно прям в разные стороны разъезжаются катеров, лодок. Люди наслаждаются денечками теплыми перед осенью и зимой. Даже можно понаблюдать за процессом погрузки. Сейчас катер, наверное, будут загружать на машину и уезжать. Интересно, блин, все-таки понаблюдать. Красота. Мои убежали. Да, он, наверное, сейчас будет парковаться между двумя вот этими вот. Блин, надо же, надо посмотреть. Ну, как-то вот так это все происходит. Вручную, на воде. Он ее сейчас будет загонять на прицеп. Учусь. Вдруг когда-нибудь катер куплю. Ой, да нафига он нужен-то? Уж если хочется. У нас здесь яхт-клуб свой открыли на Бару. Даже в Нижний можно не ездить. Ну, сейчас вот так он ее как-то загонит, наверное, свою лодочку. Покатались с семьей. Сейчас поедут. Ладно, пойду своих догонять. Ой, а вон наши друзья плывут. Игорь Александрович. Сос ему. Ну, он рулит, наверное. Саш, ты пытаешься ему дозвониться? Анютке? У них сегодня там какое-то мероприятие. Вот на этом судне под названием Линда работают наши друзья. И наш Валдай подплывает. Сейчас поплывем на Валдайчике. А Игорь Саныч, что, не берет трубку-то, Саша? Игорь Саныч за штурвалом, ему некогда разговаривать. И вот наш Валдай. У них там музыка, дискотека, походу. Перепрыгнем, может, с Валдая к ним. Дед, ваши впечатления? Ой, качает. Пашуль, ну как ты? Прикольно. Мы загрузились. Нас качает. Я смотаю.
Не ты нас шатаешь. Качает нас. Ой, билет. Нет, не распечатан. Так получилось просто. Я с детьми сяду. А что, я детей должна бросить? Кстати, с виду побольше, мне кажется, был. Кать, ребеночек без он меня не может. Он побольше, мне кажется. Ну и здесь обратно. Тебе? Давайте тогда назад пойдем, чтобы нам... На маршрутке? Полуж. Твои впечатления, ты же первый раз на этом судне. Мы сейчас в лампу превратимся. Сначала электричка какая-то или как у меня. Ой. Автобус, а потом... Затормозили что-то мы. А я думаю, за голову. На тормоза. А, мужчины нам тут. Правильно, чуть не это. Дяденьки какие. Пашуль, загадал желание? Да. Ты же впервые на этом судне. Сашуля, а ты загадал желание? Он второй раз, он не стал загадывать. В общем, вот. Такое наше маленькое путешествие. Жарко прям сегодня. Ой, как мы мчим по волнам. Со скоростью ветра, да, Паш? Ну, смотри, это чайка плавает. Чайка колышется от наших. Ой, ой-ой-ой. От наших волн чайка колышется на волнах. Сейчас назад поплывем. Но мы решили выйти, потому что до следующего рейса еще 20 минут. Ну, как обычно, стабилизатор дома. Ну, сегодня воскресенье, чудесная погода. Народ гуляет. А мы в очереди стоим. Не надо было нам выходить с Валдая-то. У нас билеты туда-обратно. Мы решили прогуляться. 15 минут. Вот по набережной. Небольшой экскурс. Стоит теплоход. Сергей Кучкин. Наш нижегородский метеор рядом ждет рейса. И Валдайчик тоже куда-то поплыл. Вот на этой набережной очень много особняков. Здесь же в Нижнем Новгороде. О, Екатерина. Вы мимо? А куда Линду-то делать? Линда проплыла. Ушла. Дай мне водичку. Вот Нева еще. О, шустрый парень Павел. Очень много особняков купеческих. Здесь же Нижегородская ярмарка была. И все вот эти вот старые дома, это особняки бывшие купцов, торговцев. Ну, сейчас, конечно, это какие-то административные здания, уже отреставрированные. А что это? Валдай задом плывет, Кать. А вот метеор. А это не наш? Не знаю. Может, наш пока пропускает кого-то. Нет, наш вот вроде стоит. Нет, наш а здесь. А это что такое? Что за полный? Это вообще-то метеор, наверное. А, ну да. Он шваркуется, что ли? Наверное. Вот вообще-то тут стоял. Красота. В общем, нежданно, негаданно попали мы. Евгений у нас только никуда не хочет уже с нами. Ей уже ничего не интересно. Ладно, хоть что-то Екатерина с Павлом. Ой, ребятишки. В чудесном городе мы с вами родились и живем. На Волге, красивый, старинный город. У нас очень много туристов, которые атакуют канатную дорогу, и поэтому трудности с возвращением домой с работы. Шучу, конечно. Всем места хватит и туристам, и нижегородцам, и барчанам. В общем, вот. Такая сегодня прогулочка у нас.
Хотя у меня там огурцы замоченные в холодной воде. А, ладно. Приеду, буду еще огурцами заниматься. Павлухин? Сергей Кучкин. Это вообще-то теплоход. Пашуль, Павлухин еще с мороженым. Обратно бонус. Плывем назад. Ой, как красиво! Солнце в воде отражается. Сашулька у нас опять тут... Фу, блин, уже заикаться начала. Тут только по три места. Я села с ребятишками. Бросила Сашульку. Сейчас пойду к нему, а то он скучает. Пришла к Сашульке, а то расстроится. А здесь, походу, мы против течения плывем. Назад. Нет, все, сейчас разгоняться будет. Мимо нас яхты проплывают. Что там Павлухин делает? Павлухин, как тебе путешествие? О. Сейчас огурцы солить поедем. Плывем. Стена кремлевская. Кремль. Слева по борту яхта, справа по борту Кремль. Чкаловская лестница вдалеке видна. Кругом яхты, люди отдыхают, а мы мчимся. Что там еще яхта? Дед встретил Павлухина. Вот мы и вернулись из нашего небольшого путешествия. Вернулись мы домой. У меня тут цех по переработке огурцов. В литровой баночке солю мелкие. А сюда крупные огурцы порезала. Здесь у меня будут на салат 8 баночек. Я их делаю также обычным рассолом. Как и огурцы солю, все тот же самый рассол, два раза заливаю, но удобно. Салатик захотел винегретик, быстренько достал, на дуршлачок откинул и на скорую руку раз салатик приготовил. Картошечку, например, оливье, там на оливье картошечку, моркошечку сварил, баночку огуречков откинул на дуршлаг, все красота. Быстренько все готово. Саша тоже там у нас доделал кое-какие дела. Сейчас пойдем посмотрим. Еще параллельно борщ варится на завтра. Завтра ж на работу. Нужно борщик сварить. А то что у меня тут есть-то будут мои? Дед занимался конструктором. У деда был квест. Собирал Павлу новый письменный стол. Мы же идем в первый класс. Вот такой письменный столик ему купили. Бабушка подарила, прабабушка. Но у нас все тесно переплетается. Письменный стол плавно переходит в стеллаж с игрушками. Мальчику-то всего 7 лет. Уроки поделает, поиграет, поиграет. Урочки поделает. Ой, я даже не представляю, Павел уже ученик. В общем, вот, вернулись, детка собирал мебель, а я занимаюсь огурцами. Сейчас у нас топится банька, помоемся в баньке, и завтра начало новой трудовой недели. В общем, спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч, пока-пока.